Исцеление сердца, 10 часть. На Слово Божие всегда изливается Дух Святой. В атмосфере Божьего присутствия через правильное мышление вы получаете сигнал к выработке гормона любви, счастья, умиротворения. Ваше сердце анализирует химический состав, текущий сквозь него, и начинает производить защитные гормоны. Один из них – пептид. Он снижает уровень гормона стресса. Так вы постепенно приобретаете доброе сердце. Когда вы храните в разуме Слово Божие, размышляете над откровениями из Библии, тогда ваше сердце работает на волнах милосердия, сострадания, любви, прощения, послушания. Ваше сердце спокойно синтезирует гормон, снижающий стресс. Оно тихо говорит: «Не беспокойся, не переживай, надейся на Господа всем сердцем». Доброе сердце вырабатывает дофамин. Это важнейшая часть системы вознаграждения мозга, поскольку вызывает чувство удовольствия или удовлетворения, чем влияет на процессы обучения, мотивации и безграничного творчества. Продолжение в следующем видео. Смотрите канал Салтаненко.